Продажи фото за границу. А что еще можно продавать, кроме фото? Какие сопутствующие файлы, услуги, товары? И чем отличаются маркетплейсы от фотостоков? Приветствую вас, друзья. С вами Прохоровская Светлана. Хочу с вами поделиться интересной такой находкой. Я проанализировала недавно направление фото и на Etsy. Пример, конечно же, будет на Etsy. Фототег занимает по результатам 1 миллион 553 1828 результатов, а фотографии 1 миллион 232 807 результатов. И меня продажа фотографий за границу заинтересовала тем на Etsy, что здесь можно найти, ну как на мой взгляд, для фотографа, для человека, который владеет работой, может обработать легко фотографии, может что-то нарисовать по поводу фотографий вот в этом направлении, владеет и знает хорошо программы, он может выбрать один, ну, скажем так, из многих товаров, и эти товары стоят дороже, чем просто фотография на фотостоках. Вот чем интересны маркетплейсы, чем, на мой взгляд, они от фотостоков отличаются. Давайте посмотрим, мне было интересно. И смотрите, самый первый магазин, который я вам сейчас показываю, удивил меня и поразил тем быстротой роста продаж. Это первый раз в жизни я вижу на Etsy вот такой быстрый магазин, который вырос по продажам. Магазин был открыт в 2019 году. Сейчас в нем на момент съемки видео 87 663 продажи. Что они продают? Они продают пресеты. А что это такое? Это такие наборы фильтров по редактированию фото. Это мастер, да, который продает на Etsy, делает вот такие наборы. Цена такого набора стоит $2.97. И человек, который занимается либо блогингом, либо ведет свой Instagram, очень быстро обрабатывает свои фотографии в нужном стиле, придает этим фотографиям нужные оттенки. Чтобы вам было понятнее, я открыла вот один из листингов. Я сейчас его полистаю. Я надеюсь, что вам отличие, как говорится, до-после это видно. Возможно, более ярком вы видите изображение у себя тоже на компьютере. Получается, фотографии были более простые, тусклые. А при накладывая вот эти ручную работу, скажем так, фильтры для редактирования, фотографии делаются более интересными, яркими, живыми. Друзья, я не фотограф. Я просто делюсь тем, что можно продавать, если вы только начинаете. Если я не так как-то произношу, то уже извините. Но самое главное, я хочу с вами поделиться, что это уже продается за границу. Очень часто фотографы продают, на мой взгляд, только фотографии. А здесь получается, если взять Etsy-портал, то очень большой ассортимент товара идет в сопровождение к продаже фотографий. И иногда даже в топе продаж идут магазины по сопровождению профессиональной деятельности. Вот мы с вами сейчас смотрим второй магазин. Он открыт с 2015-го, в нем 35 тысяч, практически 36 тысяч продаж. И на первом месте есть шаблоны по фотошопу. И здесь уже они немножечко другие, разные наборы. И смотрите, это все бестселлеры. Цена 6,90, 9,90. Плюс здесь есть более дорогие наборы, там больше, меньше для редактирования фотографий. Есть за границей всего-навсего 183 листинга. Есть за границей очень, скажем так, часто продают бэкфон, задний фон, специальные слои, которые накладываются на фотографию. Они называются по-разному, но они служат для, скажем так, быстрой обработки и улучшения фотографий. Смотрим с вами дальше. Paper Farms. Тоже уникальные загружаемые товары. Смотрите, оверлейс – это тоже то, что накладывается поверх. Вот стоимость этих, скажем так, фотонакладок – $5.50. Они тоже идут, есть наборами, есть подборками. $4.20, $3.50, $2.99. И что самое интересное, давайте зайдем тоже на один листинг, чтобы, если вы этого не делали, вам было понятнее. Малыш, ребенок сидит, да. А теперь мы смотрим. Сейчас. А вот здесь, смотрите, был один шарик мыльный, было до, а потом вы делаете накладку с мыльных шариков, и получается у ребенка, да, перед ним очень много мыльных шариков вместо одного. И вот такой фильтр, дополнительная накладка на ваши фотографии. Есть вариантов большое множество. Вот смотрите, 24 бабл, вот получается 24 варианта этих шариков. И вы можете накладывать вот этот слой, да, на свое фото.
Идемте с вами дальше. Следующий магазин с 2016 года на Etsy. 32 323 продажи. Что здесь интересно? А здесь печатные картинки, курсы, обучение. Тоже достаточно большой магазин, 513 листингов. И мы с вами смотрим, а что же здесь почем продается. 2,95 – это цифровые товары. Есть $49, $49 – это наборы уже по обучению. Есть там книги продаются. И есть цифровые товары. Получается направление и так, и так. И смотрите, большая, скажем так, тоже секция, очень много магазинов. Секции разные, по разную тематику. Думаю, что где-то около 20 секций магазинов. И с 2016 года 32 тысячи продаж. Это тоже очень хорошие результаты. Следующий магазин My Wood Photo. Получается, здесь этот магазин делает печать фотографий на дерево. Получается, вид такой вид подарков за границей популярный. Смотрите, всего-навсего 8 листингов. А с 2015-го практически 30 тысяч продаж. Цены 14,99, 39,99. И смотрите, какие тоже получаются красивые вот такие, ну, как украшения. Идемте с вами дальше. Здесь, в этом магазине, принты. Этот магазин открыт с 2017 года. Сейчас в нем 26 896 продаж, 475 листингов. И вот такие милые принты по 7,53 без распродажи, 7,59, 13,08. А вот здесь вот такие уже с фотографиями животных. Больше такие похожи именно на фотоработы рисованные. Есть, конечно, и с изречениями. Тоже обратите внимание, если вы владеете, если вы умеете писать, рисовать, да, в каких-то редакторах и знаете, чем увлекается, какие цитаты, что любят ваши потенциальные клиенты, то почему бы не сделать принт, да, не написать красивым шрифтом какую-то интересную цитату. Идемте с вами дальше. А вот здесь такой сказочный, красивый магазин Digital Backgrounds для фотографов. Бэкграунд – это задний фон. С 2017 года 20 229 продаж. Здесь могут быть на бэкграунде, как для заднего фона, на Etsy продается очень много вариантов. Есть просто чисто фотографии. А здесь есть дорисованные, как говорится, с фотографии берут, рисуют. И вот у вас вы сфотографировали ребенка, задний фон поставили, и уже такая красивая сказочная фотография. 704 листинга сейчас в наличии в этом магазине, и вот такая красота. Цена 12,04, 11,76, 10,97 без распродажи, с распродажа $10. И вот такие популярные вот задние фоны, которые мы с вами сейчас наблюдаем. Да, вот так по-сказочному красиво. Кстати, очень разделяются магазины. Есть бэкграунды, задние фоны для взрослых, отдельно для детей, а есть для младенцев. Есть специальные магазины, которые работают только по какому-то одному направлению. Этот магазин, а здесь, по-моему, фотографии. Работает магазин с 2009 года, 4102 продажи. Посмотрим, что здесь в магазине. Это здесь там фотографии по $30. Цена, вот, по-моему, везде одинаковая. Вот такие красивые фотоработы. Следующий момент. Можно из фотографий делать портреты. Если вы умеете рисовать, пожалуйста, с 2016 года 4088 продаж. Custom Portrait Art. И смотрите, вот здесь мы на заглавных фото видим, как красиво получается из фотографии рисуется портрет. И это тоже делается в специальных редакторах, фоторедакторах. Если вы умеете, опять же, работать с фоторедакторами, тоже задумайтесь про это направление. Еще одно. Это один из магазинов, а за границей очень популярно в таких фоторедакторах рисовать, заказывать портреты не только людей, но и домашних питомцев. Это собак, котеек, как же без котиков, и плюс еще дома. А за границей любят вид своего дома в виде картины. Вот такой интересный подход. Следующий магазин. Это пригласительные, открытки и смешные карикатуры, тоже на основании фотографий. 136 листингов, цены 30,43, 60,86. И мы смотрим с вами, какие красивые такие фотоработы, где-то с юмором, где-то смешные, где-то, может быть, такие, как говорится, страшные в чем-то, делает мастер. 13,53, цены 30,43. И идем с вами дальше, в следующий магазин. А здесь
по-моему, просто фотографии. Вот здесь самый простой, самый элементарный такой подход. А с 2015 года 2371 продажа, 137 листингов сейчас в магазине. И вы посмотрите, просто красивые фотографии. Если вы владеете, да, именно этим искусством, и у вас есть красивые фотографии, на Etsy это продается вот в этом магазине $3, 3,9 долларов. Все зависит от количества фотографий, и наборами продаются по несколько фотографий. Сортируется в этом магазине, набираются сеты. Следующий магазин, тоже красивый магазин, фотографии, принты, открытки, да, подарки. Здесь тоже очень красивые фотографии, 327 листингов, цена 22,91, 19,64, 13,09, и вот такие красивые фотоработы. Такая частичка природы. Друзья, основные, скажем так, магазины, направления, которые я вам хотела показать, я вам показала. Я хочу сказать самое важное, что если вы либо только начинаете учиться фотографии, если вы уже профессионал и задумываетесь, как вам продавать, что вам продавать за границу, как продавать свои работы, всегда присмотритесь к тому, что еще продаются, какие сопутствующие товары. За границей очень популярны, вот в самом начале топ-продаж занимает это редакторы. Редакторы для фотографов, редакторы для блогеров. Я называю это редакторы, но это немного неправильно, это оверлеи, да, накладки для редактирования, работа со слоями. Это делает фотограф, который умеет этим пользоваться. И это потом человек применяет автоматически. Это можно продавать в диджитал-формате. Тоже не только одни фотографии. А плюс я вам не указала в этой подборке, что на Etsy продаются для фотографов разные, например, там, наборы для самой фотографии, для света, для, например, боксы всевозможные. Вот это еще направление. Если вы этим владеете, если вы уже это продаете, то это тоже можно выставлять как сопутствующие товары. На Etsy это тоже продается. Но в первую очередь подумайте, а какие виды работ, помимо продажи своих фотографий, да, вы можете предложить потенциальным покупателям. Подчеркнем, да, что мы с вами говорили. Интересно потенциальным покупателям всевозможные фильтры стандартные, которые можно загрузить и быстро обработать свою фотографию. Интересно, что задний фон, накладки определенные. Что еще интересно? Еще интересно, я не указала здесь магазины. Есть магазины, которые продают свои фотографии для, чтобы вот живой задний фон, да, который продается для фотографов, можно было распечатать в большом высоком разрешении и потом применять уже в своей фотостудии. Вот это еще направление продается. Поэтому кроме фотографий можно продавать за границу большое множество товаров. Проанализируйте это направление для себя и добавьте в свой Etsy-магазин либо другой магазин, который у вас есть для продаж за границу. С вами была Прохоровская Светлана. Я вам желаю удачи и успеха на Etsy и в ваших продажах за границу. Если у вас есть вопросы, задавайте под этим видео. Удачи вам во всем. Пока. До встречи в следующих видео.